Я родился, чтобы доказать миру, что призраки реальны. Я в деле. Камеры в наше время повсюду. Почему же до сих пор нет видео с настоящими призраками? Что, если призраки — это природное явление? Нужно выяснить, что является причиной появления призраков. Может, это галлюцинация? Что, одна на двоих? Ты же доктор, ты не должен в такое верить. Может быть, он прямо сейчас рядом. Я перепробовал все, лишь бы встретиться с призраками, посетил все проклятые места. Есть одна загвоздка. Нужен тот, кто находится на грани жизни и смерти. Я знаю одну девушку. У нее последняя стадия рака. Ты не тот, кем себя считаешь. Твоя задача — спасать жизни. Если не найдем призраков, нашему исследованию конец. Покажись мне! Еще чуть-чуть, и призраки обязательно появятся. Черт! Мы стоим на пороге открытия тайны Вселенной. Я ни перед чем не остановлюсь. Я не сдамся! Ты уверен, что жизнь после смерти существует? Я туда попаду. Призрачная лаборатория.